Не обращай свой клинок против невинных. Прячься на виду. Никогда не подводи братство ассасинов. Это основные догмы кредо. Это правила, по которым я жил. Тогда я был молод. Начиналась 7-летняя война. Если бы я только знал, что готовила мне судьба, какую цену я заплачу. Меня зовут Шей Патрик Кормак. Вот как все было. Так, сейчас хотя бы дров заготовим. Признай, я почти тебя достал. Почти это ничто, Шей. Да и к тому же, это удача. Удача — это миф, Лайм. А, так вот, почему ты вечно попадаешь в передряги. А скажи-ка, как ты из них выбираешься? Ну, знаешь, из огня да в полымя. Пора назад. Быстрей. Похоже, у капитана и его команды неприятности. Как странно, на встрече с контрабандистами. И все же, почему ты не можешь рассказать, зачем мы здесь? Шевалье считает, тебе не стоит знать. Думал, мы друзья, Лаем. Друзья. Но это другое. Так решили же. Что, не успеваешь, что ли? За тобой смотрю, чтобы не споткнулся, не дай бог. Живей. Шевалье не любит опоздания. Черт, да где эти недоумки? Какого черта? Где вас двоих носило? Мы охотились. Что случилось? На моих людей напали английские псы. О, капитан Жозеф. Помнится мне, вы грозились перебить их одной левой. Капитан Луи и Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Решил, что тренировки сделают из тебя настоящего ассасина? Осознаешь, что это значит? На тебя возложено бремя великих древних традиций. Наставника должно слушаться беспрекословно, иначе нам не освободить человечество. Красивые слова, шевалье. Но я не чувствую себя свободным. Зато станешь мудрее. Как ты смеешь проявлять неуважение? Я научу тебя хорошим манерам. Как ты смеешь проявлять неуважение? Господа, хватит. У нас есть общий враг, и он, похоже, недалеко. Королевский флот напал на нас и вынудил моих людей бежать. Мы сели на мель, а контрабандистов, с которыми мы должны были встретиться, взяли в плен. Мы с Шеем освободим их. Раненые на вас. Пригодятся. Бери. Будь осторожнейшей. Королевский флот будет ждать нас. Помни свои уроки. Проучим их как следует. У них нет ни шансов. И где твои дружки, крыса?
Спасибо. Всем быть начеку! Они все еще где-то рядом! Ага, вот и он. Нас точно повесят. Их я решил оставить вам. Трогательно. Возможно, от тебя все же есть польза. Кстати, о пользе. Думаю, им этот корабль больше ни к чему. Это куча дерьма? Если хочешь, Шей, забирай. Я иду на свой корабль. Ты все слышал. Корабль твой, Шей. Давай. Штурвал. Кое-кто из тех, кого ты спас, ведь знает. Неплохая команда. Не уверен насчет их капитана, но ты второй опытный мореход в братстве после меня, Шей. К тому же, корабль не повредит. Даже такой упал. Мой корабль? Личный? Твоя личная локация, да. А, слегка подкрасить, да пушки заменить. Будет вполне прилично для семи морей. Приступим, капитан. За дело. Не дал. Потрепан, но на ходу. Называется Морриган. Морриган. Та самая глупая фея, погубившая Мерлина. Ха, то, что тебе и нужно, Шей. Боже. Корабль. Тысяча чертей. Они же потопят его! Настало время, Морриган, капитанша. Команда к бою готовится. Блин! Еще враги, сэр! Покажи им, Шей! Огонь! И в шеф! Блин! Его разнесут в клочья! Действуй, Шей! Огонь! Зал! Не попали! Мой кречет! Бли! Готов к бою, сэр! Он идет ко дну! Бли! Не вправду ничего. Надо проверить, что осталось вечно. Плыть далеко. Надо чинить корабль. Слышали, друзья? Шевалье нами доволен. И куда же мы держим курс, Шей? Пора поговорить с учителем. Не находишь? Как мудро, капитан. Как мудро.
Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу! Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти шеи Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент, ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила, теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей, ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Иди за мной, скорей! Вся эта паника из-за тебя, если вдруг интересно. Как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Я обещаю. В чем дело, черт возьми? В файле шеи Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет. Изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Ламей. Это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Ламей? Привет. Не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, ну, усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайолет да Коста. Просто Вайолет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил ты, так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен, придется ребутнуть сервера в подвале. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Мы тут застряли. Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Да Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Скажи мне, индикатор Wi-Fi мигает? Отлично. Значит, доступ к системе есть. Давай, подключи меня к ним. Сервер поднимется, подключу твой анимус обратно к Хеликс. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. Именно на каждый. Один луч, один сегмент. Это понятно? Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. Запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени. Ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира. Но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно.
Лишь когда Альтаир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения. Что уж говорить о других ассасинах. Разблокировал память Шея Кормака. И сейчас мы на пороге большого открытия. Неплохо. Я бы тут же полезла узнавать все секреты владельца. Какая я испорченная. Должно быть, у тебя много вопросов о работе и обо мне. Пока скажу лишь, что ответы в истории Шея просто так. Этого не объяснишь. Сколько воды утекло? Ахиллес. Одевали. Что там слышно в Вест-Индии? Боюсь огорчить тебя, друг. Кажется, нам есть что обсудить. Пойдем. Кто наш гость? Одевали. Он был рабом, но сбежал. И освободил сотни своих братьев. Живое воплощение нашего кредо. Ясно. Готов тренироваться? Да. Но есть еще одно дело. Шей, ты опоздал. Хоуп, что я пропустил? Всего лишь первый час обучения. Ты так скучен, Кесига Вася. Наше дело важнее веселья. Не сотрясай воздух для шея совершенствования, что для кошки ошейник. Эй! Как жаль, у мальчишки определенно есть талант. А дисциплины не достает. Ладно, ладно. Что нужно делать? Умно. Так, что у нас сегодня? Стрелять будем. Вот, возьми. Это твои? Так у тебя появится хоть какой-то шанс. Давай. Вот цели. Лучше не спеши, но и не тяни, дел у нас полно. Патроны. Стой на месте, любой попадет. Попробуй стрелять на бегу. Давай, быстрей. Давай, быстрей!
Молодец, Шей. Так держать. Ты молодец, Шей. И плюнь на насмешки. Все желают тебе только добра. Неужели ты вовремя? Разве я могу заставлять даму ждать? Я не дама. Не забывайся. Я учитель. И твой шанс. В чем-то я с тобой согласен. Чем займемся? Узнаем сотню способов убить. Вы двое! Что ворон считаем, следите за шеем! Можешь сделать это незаметно. Я все вижу! А, сток сена, ну конечно. Спрячься и жди, когда цель подойдет ближе. Отлично. Ты удивил меня. Ты впрямь чему-то научился, Шей. Только не надо задирать нос. Шей, идем. Будем учиться выживать в дикой природе. Думаю, до сих пор я неплохо справлялся. Возможно. Но мне есть чему еще тебя научить. Пора на охоту. Сосредоточься, чтобы найти добычу. Не убивай напрасно. Используй дары природы с умом. Да, теперь используй то, что ты смог добыть. Держи пистолеты под рукой. Ахиллесу есть что тебе показать. Шей, говорят, ты стал отличным стрелком. Щедрый подарок. Спасибо, наставник. Мой корабль ждет, Ахиллес. Народ Гаити будет благодарен тебе за этот груз. Надеюсь, ты вернешь пропажу. То есть? Тамплиеры украли артефакты. Манускрипт древнего знания и шкатулку, что поможет прочитать его. Следы похитителей ведут сюда, но дальше искать придется тебе, друг. Прощай, Адевадо. Тот, кто владеет артефактами, может попасть в святыни предтеч. Не вернем их? Опасность грозит всем. Куда? Куда ведет след тамплиеров? Лайон, чтобы ты отдался на волю случая? Не ерничай.
Поле боя выбираем мы. И где, как не в море, мы сильны. А ты прав. Что ж, в путь. Марселя! Только одна зацепка. Надеюсь, она приблизит нас к артефактам. Так Ахиллес поручил это тебе? Нет. Поручил поручить тебе. Найти то, что украли у Макандалишей. Тебе нужно вернуть шкатулку предтечи и манускрипт. Твое задание. А твое задание? Присматривать. Ахиллес мне не доверяет, так ли? Это покажи. Сделай это для всех нас, и увидишь, как все изменится. Лайм, а что там Ахиллес пишет? Он постоянно сидит у себя, уткнувшись в бумаге. Записывает, подсчитывает, собирает данные о частицах Эдема. Пишет письма нашим братьям на других континентах. Ну да. Лайм, ты вообще осознаешь, что очень немногие знают столько же, сколько ты? Я не виноват, что Ахиллес меня знакомит с ассасинами в Европе и в других частях света. Как своего любимого сына? У него только один сын, Коннор. Значит, как наследника. Коннору отойдет дом, а тебе звание. Увидим. Как скажешь, принц-реген братства ассасинов. Еще раз так назовешь, за борт выкину. Поверьте, во Франции на лобстеров огромный спрос. А, вот и наш огородник вернулся. Вовремя. Нашелся след любопытного манускрипта. Прочтете? Удивлюсь. Никто не может его прочесть, недоумок. Потому тамплиеры столько с ним возятся. Но наш союзник сумел их выследить. Пират? Шпион, но работает с ними. Мы плывем на антикости. Заодно посмотрим, как переживет это плавание твоя лохань. Вот, взгляните. Позаимствовал эти чертежи на одном корабле Королевского флота. Никогда не видел ничего подобного. Отлично. Мощное оружие всегда, кстати. Охотник, позвольте представить, мой компаньон Шей Кормак. Господа, еще новости. На том же корабле я видел нужный вам манускрипт. Он написан на неизвестном мне языке, и в нем множество рисунков. Разные кошмарные растения и животные. Ни одной карты или плана? Нет. Возможно, это шифр, но ни мне, ни англичанам не удалось его понять. И где он сейчас? Тот, кто его принес, сказал, что его прислал в Вашингтон. Знакомое имя. Известный тамплиер, не так ли? Да. Тамплиеры способствовали взлету Лоуренса Вашингтона. Шей, надо найти его. Спасибо вам, сэр. Тамплиеры хотят понять природу этих артефактов. Их шпионы обращались ко многим ученым-людям в Нью-Йорке. Мудрецов моего народа тоже расспрашивали? Да, манускрипт видела уже половина города. Но никто так и не смог понять, что в нем написано. Хотя есть имя. Мы узнали, что манускрипт прислал Лоуренс Вашингтон. Лоуренс Вашингтон. Делец-политик из Виргинии. Один из высших тамплиеров. Да, я слышал, он вернулся из Вест-Индии. А его мажордом забирал странную посылку. Значит, скоро посылка будет у него. Шей, выясни, что в ней, и найди Вашингтона. И разузнай как можно больше. Подготовлю Морриган. Брат, может, тебе все же стоит прилечь? Все нормально, Джордж. Побудь ты радушным хозяином. Спустись в винный погреб, принеси что-нибудь для гостей. Ладно. Господа. М-
Мой брат, светлая душа в царстве теней. Моя последняя просьба перед смертью. Оставьте Джорджа в покое. Он не имеет никакого отношения к делам Ордена. Мы выполним ваше желание, сэр. Благодарю, господа. Мастер Смит, вы готовы отправиться в путь? Да, сэр. Я вернусь с ответами. Мастер Уордроп, вы раскроете тайну манускрипта. Да, сэр. Скоро мы все поймем. Что ж, тогда за дело. Вашингтон едва держится на ногах. Лайон, надеюсь, ты прав. Ведь я убью смертельно больного. Ты опоздал, ассасин. Разрушить планы тамплиеров никогда не поздно, мастер Вашингтон. Но мои планы воплощаются в жизнь. Ты пришел сюда, а значит, у моих союзников есть время скрыться. Спасибо за столь быструю смерть. А тебе спасибо, что раскрыл свои замыслы, коварный змей. Шевалье, что с вашим кораблем? Тут вышла небольшая потасовка. Я пустил три корабля ко дну, но Креча чуть не последовал за ними. А вам повезло больше, охотник? Пожалуй. Мне сообщили, что Сэмюэль Смит рыщет повсюду в поисках ответов. Хочет понять, что делать со шкатулкой. Он вернулся из Европы. И где он? Переоснащает шхуну. Поторопитесь, сможете найти его здесь. А, кстати, о тех чертежах. Мой инженер построил то орудие для вашего корабля. Стреляет, как артиллерийская бригада, но в два раза быстрее. Я восхищен. Благодарю. Всегда рад стараться для моих друзей. Пожалуй, я присоединюсь к вам. Что ж, вперед, господа! А ты в приподнятом настроении. А почему бы и нет? У меня есть оружие, которое я очень хочу испытать. А еще, тамплиеры хорошо вооружены. Уверен, этот ваш Смит не исключение. Эти чертежи неожиданно помогли. У Морриган теперь есть таран-ледорез. Я слышал о таком устройстве, но никогда не видел его в деле. А что со Смит? Он где-то здесь? Вот он! Идеальное время. Леди Удача снова на вашей стороне. Он заметил! В погоню! Не стреляйте! Мы можем повредить шкатулку или утопить ее. Эта лохань может плыть быстрее. Мой корабль хотя бы все еще на ходу, шевалье. Он очень умен. Но здесь не его стиль. Сэмюэль Смит, казначей тамплиеров. Не представляю, что он здесь делает. Может быть, у него была встреча?
Или нарвался на пиратов. Он чинит корабль. Что-то случилось. Если бы мои союзники на него напали, я бы знал об этом. Он долго был в пути. У нас есть шанс его поймать. Сокровище тамплиеров в руках Смита, так ведь? И если убрать его... Вашингтон доверил ему шкатулку предтечь. Она все еще у него. Шей прав. Сначала шкатулка. Так, топить нельзя. Или попасть на корабль, или прижать к берегу. Капитан, он прорубает лед. Похоже, не только у тебя есть таран-ледорез, Шей. Хоть бы наш сработал, не хуже. Отлично. Путь свободен. Да, снова тебе повезло. Но праздновать победу пока еще рано. Смит хочет уйти. В этих водах засада. Отправим эти в канале вам. Смит не должен уйти. Я не вижу корабль Смита. Сначала надо разобраться с этим. Мы найдем его. Что за чертовщина? Тактика тамплиеров. Они могут поджечь даже сам океан. Осторожно! Того и гляди, сгорим! Последняя, отчаянная попытка выиграть. Ему не уйти. Ого! Добыча! Сэр, впереди! Я даже вас не вижу. Мы знаем.
знаем, куда он плыл. Здесь у мерзавца укрытие. Надо идти по суше. Не вздумайте стрелять из корабельных орудий в сторону этой шкатулки. Я этим займусь. Не может быть. Нет! Ты хоть знаешь, что это? Древний артефакт. Сокровище тех, кто пришел раньше. Да. Впрочем, даже лучшие ученые Европы не смогли ничего с ним сделать. Осталось найти манускрипт, и все станет ясно. Здравствуй. Конгресс еще заседает. Джордж Вашингтон и его войска открыли огонь по французам. Это считают началом войны. Джордж Вашингтон? Младший брат Лоуренса? Да, он самый. И, кстати, о Лоуренсе Вашингтоне. Поскольку ты убил его, Джеймс Уордроп повышен в звании. Все ресурсы тамплиера в его распоряжении. А что с манускриптом? Из Нью-Йорка сообщили, что он у Уордропа. Сам Уордроп тут, в Конгрессе, но его охраняют. Шей! Найди цель. Забери манускрипт. Здесь слишком много тамплиеров. Мы проследим, чтобы он не скрылся. Это, видимо, Уильям Джонсон, тамплиер. Может, манускрипт у него. Или он знает у кого. Господа, как я уже заявлял, нам необходим национальный союз, одобренный парламентом и дающий больше независимости колониям. Сейчас мы не готовы отразить угрозу со стороны Франции. Проще говоря, колонии присоединятся или погибнут. Вдохновенная речь, мастер Франклин. Вы впрямь верите, что Великобритания дарует нам свободу? У них нет выбора, мастер Джонсон. Чем дальше владение, тем слабее хватка хозяина. Да. Впрочем, не будем говорить о политике. Благодарю за исследование. Что вы, что вы. Времени было мало, но я успел понять, эта шкатулка уникальна. Древний Египет, да? И как было сказано в моем письме... Я готов, так сказать, открыть ее. Отлично. Вскоре мы доставим вам ее. Что до манускрипта, капитан? Прошу прощения, сэр. Но мастер Уордроп отказался отдать его. Сказал, риск слишком велик. Риск? А.
Прошу прощения. Манускрипт и шкатулка очень скоро будут у вас. Ты жалкое подобие солдата. Бегом, Форт Фредерик. Передай мастеру Уордропу, чтобы живо отдал манускрипт. Не то я скальп с него сниму. Этот капитанишка не должен добраться до Уордропа. Стой, Ройзе! Это я заберу. Чертов тамплиер. Нет! Ты не понимаешь, что творишь, глупец! Освобождаю людей от вашей власти. И они будут свободны, когда французы приберут к рукам эти колонии. Самое главное, чтобы эти колонии не оказались под гнетом тамплиеров. Мы залог порядка в этом мире. Если все дозволено... В опасности все. Даже дьявол процитирует Библию для своей выгоды. Ты опоздал. Небо уже хмурится. И не только небо, да? Мастер Франклин, сэр. Меня зовут Шей, это моя спутница Хоуп. Уильям Джонсон велел передать это вам. А, спасибо, но боюсь, эксперимент откладывается. Что это значит? Армия конфисковала мой громоотвод, а без него не получишь электричество, необходимое для вашей шкатулки. Мастер Джонсон вряд ли захочет ждать. Возможно, вы можете помочь. Солдаты весь день таскают вещи. Может, они скажут вам, куда забрали громоотвод, а вы его вернете? Рад служить, сэр. Попробуй поискать на рынке возле доков, а я помогу Франклину. Шей, слава богу! Быстро! Громоотвод!
Что за место? Португалия! Лиссабон, могу поклясться! Шей, скорее уходи! Вот-вот появится патруль! Станут задавать вопросы! А как же ты? Я образцовая экономка! Ясно! Лиссабон лишь немногим меньше Лондона. Уверен, что найдешь это место. Несомненно, Хоп. Монастырь, недалеко от гавани. Пару раз я навещал тамошних сестер. Что ж, раз ты там уже бывал, эта обязанность ляжет на тебя. Понимаешь, что нужно сделать? Найти святыню Притеч и забрать частицу Эдема. У нас появился подходящий корабль. Не волнуйся же. Я присмотрю за Морриган. Спасибо. Мы с Лаймом отправляемся в путь. Лайм не сможет поехать с тобой. Корабль ждет. Будь осторожен, Шей. Частица Эдема наполняет сила. День всех святых. Красота. А я роюсь в грязи под церковью в поисках какой-то древней реликвии. Ха, странные нынче времена. Кажется, это она. Святыня Притеч. Это у нас тут. Артефакт.
Как Господь допускает такое? Господь тут совершенно ни при чем. Ну что, какой город мне уничтожить теперь? В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение. Проклятый манускрипт. Погибли тысячи. Не может быть. Шей, человеку такое не под силу. Если только человек не нашел машины притеч. Ты видела шкатулку, Хоп? Энергия буквально стремилась вырваться из храма. Ты заставил меня убивать невинных. Как ты смеешь? Защищаешь его? Ахиллес отправил меня туда, как Макандаль Маруна на Гаити. Что он здесь знает? Происходит? Хватит! Задание было непростым, возможно... Что, возомнили себя богами? Решаете, какой город разрушить дальше? Выведи его. Лайм зря думает, что я отступлюсь. Ахиллесу доверять нельзя. Он не должен найти еще один храм Предтеч. Мне плевать, что он мой наставник. И что он потерял семью. Он безумен, и его надо остановить. Пути назад нет. Я рассчитывал на тебя, Шей. Ахиллес, у меня нет выбора. Что за вздор, глупый мальчишка? Твой долг — красть у братьев? Предать меня? Кто-то должен искупить вину. Искупить вину? Ты не понимаешь, что творишь. В этом манускрипте будущее всего континента, а может и всего мира. Возможно. Но у нас нет права быть его хозяевами. Почему? Вся ответственность на нас. Да, ответственность за погибших людей и разрушенные города. Это борьба за власть. Все, хватит. Не позволю уничтожить дело всей нашей жизни. Ассасины! Вперед! За ним! Хватит! Верни манускрипт, Шей! Тогда Ахиллес... Я не могу! Иначе все повторится. Столько погибших! Еще одного и не заметят. Шей! Что это? Сбой в воспоминаниях. Кажется, там еще данные. Ладно, болванчик, сейчас я тебя не вытащу. Ты пройдешь путь до конца. Странно. Эти воспоминания на 20 лет позже, чем предыдущие. Это точно? Совершенно. Это значит, Шей тогда выжил. Если он таков, как я думаю, он будет продолжать. Данные повреждены. Воспоминания частичны. Посмотрим, что можно сделать. Слушай, нужно узнать, что задумал Шей. Воспоминания неприятны, но я на 90% уверена, что ты не умрешь. Так, болванчик, мы не знаем, где Шей и что делает. Так что смотри, Боба. Мне надо знать, почему Шей там оказался. Приказ получен. Шевелись. Thank you.
l'avez trouvé? Ouais, Benjamin Franklin est à Notre-Dame. Si on se magne, on devrait le rattraper. Arrêtez de vous branler! Allons-y! Бенджамин Франклин. Вот в чем дело. Франклин ездил по Англии и Франции. Тот тип назвал Нотр-Дам. Шей должен быть в Париже. Пришло твое время. Убрать угрозу. Защитить Франклина. Помогите! Кто-нибудь! Il ne nous échappera pas cette fois! Черт! Что случилось? Больше данных нет. Исследовать воспоминания нельзя. Пока. Шей не умер, раз появился во Франции спустя 20 лет. Мы что-то пропустили. Воспоминания разделены. Сервера атакованы вирусом. Поэтому у нас нет доступа ко всей жизни Шея. Ты в тупике, а я занята. Иди-ка к Котцебергу. Он в каком-нибудь кабинете отдыхает. Скучно, да черт. Шей Кормак Ассасин. Но он не похож на тех, кого вы прежде использовали для создания своих программ. Я думаю, что Шей, возможно, самый важный ассасин за всю историю. Ваше исследование поможет мне получить результат, которого я пытаюсь добиться уже очень давно. История Шей может предложить кое-что и вам. На другом сервере. Отлично. Мне снова придется забрать болванчика для работы. С этим заданием все ясно. Но я тебя прошу, обдумай наш разговор. Эй, я у лифта, догоняй. Я устала ждать Мелани и ее тупую ремонтную бригаду. Так что воспользуемся этой развалюхой. Я подготовлю анимус, пока ты идешь. Я отметила размещение сервера на карте. Вперед! Черт, забыла! Для сервера нужен первый уровень доступа. Первый уровень доступа предоставлен. Надеюсь, больше не будет проволочек. Отлично! Заходи в серверную. Когда запустишь сервер, я загружу фрагмент памяти Шея в анимус. Наконец. Готовы к атаке? Начали. Ну, вперед! Кто вы?
Не трогайте ее! О, боже, угомоните его! Ты, отдай ребенка. Ну, тише. Все хорошо. Алина! Успокойтесь, мистер Берг. С вашей дочкой все будет хорошо, обещаю. Кто вы? Меня зовут Уоррен Видик. Я представляю Абстерг Индастрис. Я знаю, что вы бросили егерский полк Ути и подались в наемники, чтобы иметь возможность лечить муковисцидоз Элины. Но это не сработало, да? Черт! Я хочу предложить вам сделку. Я не работаю с незнакомцами. Нет, нет, не такую сделку. Сейчас я достану из кармана некий предмет. Что это? Это таблеточка для вашей дочки. Давай, зайка, съешь таблеточку. Нет! Ну вот. Так-то лучше. Это ее вылечит. В продаже их нет. Но вы получите лекарство, если поможете мне с моей маленькой тренировочной программкой. Зачем я понадобился Абстерга? Вы не будете работать на Абстерга. Однако, Абстерга может поработать на вас. Я согласен, но при одном условии. Слушай. Тот парень... обидел мою дочь. Понимаю. Господа, отпустите мистера Берга. Дженкинс, дай ему пушку. Что? Живо. Да, сэр. Довольны? Пойдет. Отлично, болванчик. Данные повреждены, но работать дальше можно. Возвращайся сюда. Похоже, перезапуск серверов убрал вирусы из системы. Ты прекрасно поработал. Не терпится увидеть, что нам покажет Шей. Первый уровень дает доступ в некоторые помещения, если вдруг захочешь размять ноги между сессиями в Анимусе. Если скажу, что большего ужаса в жизни не видела, получу приз за банальность. Да, у Шея был трагический опыт. А, нет. Вот кому ушел мой приз. Продолжайте исследование. Лучшее впереди. Рада, что тебе лучше. Спасибо. Мистер Финниган, да? Господи, боже ты мой. Мы подобрали деревенского дурачка. Барри! Вспоминаешь, Эй? Я Кэссиди. А это... Барри! Ты очень долго болел. Жаль, что был вам обузой. Видишь, у него есть манеры.
как для матроса может. Небось, напился, да и выпал пьяный за борт. Барри! Он прав. Что вам надо? В чем дело? Что это вы задумали? Давай проваливай, дурик! Я так и хотел. Но ты меня обидел. Давай, давай! И не возвращайтесь! Спасибо, Шей. Будь я помоложе, уложил бы их одной левой. Чего они хотели? Как обычно. Решили, что им должны за то, чтобы никто не пострадал. Помяни мое слово. Эти банды погубят наш город. Жди тут, принесу тебе кое-что. Не стоит тебе разгуливать тут голышом. Вот, примерь. Вещи сына. Думаю, это тебе не помешает. Мало ли что. Благодарю. Ну, прямо настоящий джентльмен. Кэсси. При мне была книга? Нет, только это оружие. Спасибо вам. Я пойду. Видимо, манускрипт покоится на дне океана. Спасет от дыма. Спокойно, мастер Кормак. Мы друзья. Финниганы знали, что вы решите действовать в одиночку. Я полковник Джордж Монро. Полковник? Я решил помочь, но, как видно, опоздал. Спасибо, что разобрались с этим отребьем. Они бич Нью-Йорка. А вам-то что? Вы же просто арендодатели. А люди в городе изо всех сил пытаются выжить. Неудивительно, что вы так считаете. Некоторые из моих товарищей не слишком благородны. Но я не такой, как они. Неужели? Поверьте. Я хочу, чтобы колонии жили в покое и достатке. Громкие слова. Быть может, вас лучше убедят мои действия, мастер Кормак. Шей, полковник Монро нам все рассказал. Сэр, вы дурак. Но спасибо. Мастер Кормак, простите, что тревожу. Знаю, вы только пришли в себя. Нет, нет. Я и сам устал лежать в постели. Тогда могу я попросить вас выручить моего друга? Он нашел преступников, изобретших странное оружие. Смотрите, пули громкие и яркие, как шутихи. Можем мы поговорить наедине? Его зовут Кристофер Гист. И боюсь, он попал в беду.
как бы эти бандиты не вздернули его. Я не позволю им забрать еще одну жизнь. Я рад. Злодеи окопали в старом форте Арсенал. У меня срочные дела в Олбани. Пусть мастер Гист найдет меня там. Зададим ему трепку! Кристофер Гист, я Шей Кормак. Здоров. Полковник. Молодцом, Шей. Выгнал собак из их будки. Ну, я как раз подыскивал жилище. Не торопись жить, юнец. Враг может прятаться на судне. О, их посудина вон там. Морриган? Что она тут делает? Это мой корабль. Простите, но я должен попытаться вернуть его. Стой! Вряд ли ты управишься один. Тогда помогите. Хороший корабль. Как и обещал, команда подобрана. Лишь одно место пока не занято. Скажи, у тебя помощник есть? Нету. И давно. Что ж, тогда буду старпомом. Добро пожаловать! Разрешите обратиться. Могу предложить следующий пункт. Полковник ждет от меня вестей. Я думал о том же. Монро сказал, что будет в Олбани. Прекрасно! А вы в добром здравии? Да, благодаря капитану. Отличный корабль, мастер Кормак. Благодарю, полковник. Мастер Гист. Что вы узнали о заговорщиках и их оружии? Они скрываются во французском форте, что ниже по реке. Слишком близко, не так ли? Раз они расположились на нашей территории, скорее всего, планируют напасть. Я боюсь за Нью-Йорк. Присоединитесь к нам, мастер Кормак. Да. Погибло слишком много невинных. Знаете, стоит подлатать корабль. Нет, он и так хорош, но всегда можно сделать его лучше. А тут неподалеку есть один французский аванпост. Прекрасная мысль. Охотник? Шей, как давно я вас не видел. Выполняли особое задание? Да, от Ахиллеса. Как интересно. Я тоже. Охотник, не вынуждайте меня делать это! Что это, убивать?
Я думал, это ваше ремесло. Можно просто уйти. Да, но тогда я сообщу братству, что вы живы. Это мой номер, Шейн. Вы всегда были мастером Шей. Вы тоже. Скажите, что вы делали на материке? Особое оружие. Ядовитый газ, чтобы отравить власти колонии. Я всего лишь посыльный. Поэтому я посылаю вас к праотцам. Мастер Кормак, слова охотника подтвердились. Местные бандиты сменили тактику. Каким образом? Наняли Бенджамина Франклина. Теперь он создает оружие. И его охраняют. Бенджамин Франклин? Тот ученый? Вы знаете о нем? Что ж, он пытается найти способ распылить газ среди жителей. Ядовитый, как выяснилось. Жителей? Я думал, они хотели убить лишь власти. Хотя и это достаточно жутко. Арестованные бандиты говорили о какой-то женщине. Похоже, за всем этим стоит именно она. Я проверю. Спасибо. Хоуп, прошу, только не ты. Шей, я рад снова видеть вас. Хоуп сказала, вы в отъезде. Да, был. Сэр, я пришел забрать ваше изобретение. Ну что ж, прекрасно. Я только что закончил работу над прототипом. Прошу вас. Я намереваюсь отправиться в Филадельфию, а затем в Европу. Пригласили прочитать лекцию в Лондоне. А, не могли бы вы известить мисс Хоуп? Конечно. Боже, Хоуп, что ты делаешь с этим сбродом? Разрушить город изнутри? Ты стала чудовищем. Что-то случилось, мастер Кормак? Нет, нет. Так, просто воспоминания. Как я говорю всем новым рекрутам, которых гнетет прошлое, лучшее средство от сожалений – это запах пороха. Вы правы, полковник. Прототип выглядит внушительно. Осторожней с ним, мастер Кормак. Этим оружием можно уничтожать некоторые строения или ранить сразу нескольких человек.
Но можно действовать и по-другому. В некоторых снарядах сильное снотворное. Если выпустить его в толпу, люди мгновенно уснут. Испытаем оружие. На двери для начала. Мастер Кормак, взорвите эту дверь. Мастер Кормак. Прекрасно. Вы готовы обратить это оружие против тех, кто сам хотел его использовать? На заброшенной фабрике неподалеку есть опасное вещество. Это сильное снотворное. Но его могли подвергнуть обработке. Из него получится яд, которым можно отравить полгорода. Ясно, займусь этим. Осторожно, мастер Кормак. Эти ингредиенты крайне... нестабильны. И хорошо. Славно потрудились, капитан. Дым было видно аж с Морриган. Будет хороший урок этим злодеям. Нью-Йорк в безопасности. Простите, полковник, но мне кажется, пара взрывов вряд ли позволит решить эту проблему. Он прав, полковник Монро. Шей, так ведь? Поздравляю. Ты спалил целое крысиное гнездо. Я Джек Уикс, а это Уильям Джонсон. Не знаю насчет него, но я рад знакомству. Да, взаимно. И, если честно, здесь слишком неуютно. Предлагаю послушать рассказ Шея за кружкой Эля. И первая пинта за полковником. В чем дело, мастер Кормак? Просто голова немного мутная. Похоже, наглотался газа. Я думаю, Эль вам поможет. Ну же, мы друзья, мы позаботимся о вас. Полковника. Мастер Корман, простите мою прямолинейность, но настало время поговорить об этом открыто. Вы проявили верность идеалам тамплиеров. Вопреки, а может благодаря прошлому, связанному с ассасинами. Манускрипт, предмет их поисков, в определенный момент попал ко мне. Как раз тогда, когда мои люди нашли вас. Великий магистр лично поручил мне раскрыть его смысл, но, боюсь, задание мне не под силу. Я вверяю его вам, мастер Кормак. В вас я уверен. Я отбываю в порт Уильям Генри. Гарнизону предстоит бой с враждебными племенами и силами французов. Мы послали за подкреплением, но вряд ли оно придет. Я не питаю иллюзий. Этот гарнизон обречен. Я отдаю свою жизнь Великобритании, а душу отцу понимания. Полковник Джордж Монро. Шей.
Как я рад тебя видеть. Джек. Полковник Монро сдался генералу Монкальму. Французы и Абнаки взяли Форт Генри. Джонсон должен был привести подкрепление. Но я тут никого не вижу. Абнаки повсюду. Ни правила капитуляции, ни слова Монкальма им не указ. Утром полковника и его людей отпустили, но их уже ждет засада. Жди тут. Вдруг появится Джонсон. Я защищу Монро. Спасибо. Может, я наконец смогу вернуть ему долг. Поднять паруса! Выполнять команду! Поднять паруса! Живее! Живее! Жей! Уа! Теперь я ваш должник, мастер Корбак. А я ваш полковник. Столько надо обсудить. Но я должен быть рядом с войсками. Сэр, я сопровожу вас к фактории Джонсона в Анакуаге. Что ж, тогда отплываем, мастер Корбак. До встречи. Полковник, похоже, от вас ничего не скроешь. Вы были в ужасном состоянии, когда вас нашли. Конечно, я не знал, кто вы. Но в чем дело, было понятно. Я велел Финниганам помочь. Их сын был в нашем ордене. Мастер Джонсон был вне себя. Да, я рисковал. Но верил, что ваши пути с братством разошлись. Полковник, манускрипт. Вы вернули его? Конечно, мастер Кормак. Ведь я доверяю вам. Манускрипт в надежных руках. Благодарю вас, сэр. Но так будет безопаснее. Джентльмены, Кисигава Аси хочет атаковать Олбани. Деревня Анейда в большой опасности. Французские отряды уже вторглись на наши земли. Попробую задержать французов и помочь Анейда. Я подготовлю Олбани. О, почтенная. Меня зовут Шейд Патрик Кормак, и я ваш друг. Поистине так. Мои люди благодарны тебе, Шейд Патрик Кормак. Пока ты меряешь эту землю шагами, мы всегда будем рады тебе. Спасибо. Позволь мне благодарить тебя. Не согласишься ли пойти со мной? Меня зовут Аната. У нашего рода есть легенда. В ней говорится, как появилась земля, и как на нее пришло добро и зло. Дочь неба спустилась к нам и озарила мудростью. Следуй ее пути, и ты узнаешь историю нашего народа. А может, даже найдешь сокровище, спрятанное в этой пещере. Ведь ты истинный герой. Для меня это большая честь. Это большая честь и для нас, Шейд Патрик Кормак. Прощай. Произошло. Кисигава-Аси. Мы опоздали. Нет. Рядом Форт Фредерик. Его обороняет полковник. Вышли, капитана! Вперед! Отдать гроты! Все паруса! Отдать Марселяевам, Рамселяп! Ноги
ветра! От ветра! Впереди корабль есть. Есть как-то. Все Кисигавасе, ведь так? Похоже, что так, но я его не видел. А манускрипт? Вы... Сохраните его. Отнесите на Морриган. Это приказ. Приказываете мне? Полковнику? Я не в вашем отряде, полковник. Я займусь обороной, пока вы не вернетесь. Кисигавасе. Умри! Что? Тамплиер! Думаешь, ты сможешь победить предателя? Ты способный предатель, Кисигавасе. Зачем же ты так? А как? Ты теперь наш враг, и Ахиллес тебя найдет. Ахиллес не прав. Не тебе судить. Тамплиеры обречены. Ты обречен. Монро так вообще мертв. О чем ты? Лаем. Полковник направился к докам. За полковником гнался здоровяк с топором. Crime under control and not a Frenchman. Манускрипт. Его забрал ассасин. Лаем.
Я верну его. Я клянусь. Шей! Клянешься ли ты отстаивать принципы Ордена и бороться за его ценности? Клянусь. Никогда не выдавать наших тайн и не рассказывать о наших делах. Клянусь. С этого момента до самой смерти. Любой ценой. Клянусь. Тогда добро пожаловать в Орден. Теперь ты тамплиер, предвестник нового света. Да направит нас Отец понимания. Да направит нас Отец понимания. Понимаешь теперь? Теперь ясно, откуда такой интерес к Шею Кормаку. Шей увидел мир таким, какой он есть. И только после этого выбрал свой путь. И уже очень скоро подобный выбор предстоит и тебе. Я не рассчитывала на такой успех, но вроде ты на верном пути. Пробиться к серверам внизу мы не можем, но есть еще один, рядом с кабинетом Мелани. Тебе туда. Скучно до чертиков. Но приказ есть приказ, а мне приказано стоять тут. До меня в этом офисе работал Оливье Гарно. Он был моим предшественником на посту креативного директора Абстерго Entertainment. А Отце Берг – представитель нашей головной компании, Абстерго Industries. Он покажет тебе истинную историю мира, так же, как и мне. Оливье был добрым, способным и буквально жил своей работой. Но год назад он тоже узнал эту истину. Тело так и не нашли. Обычно мы даем людям больше времени, чтобы адаптироваться, но ты неплохо проявил себя, так что я даю тебе доступ Абстерго второго уровня. На этих серверах новые фрагменты памяти Шея. Thank you.
Суама Кандаль спас Батиста от рабства и ввел его в так называемое братство. Макандаль был жестоким наставником. Одержимый идеей освобождения рабов, он нарушил свою клятву, убивая знать. Обычно ассасины благородны в своих заблуждениях. Макандаль был не из таких. По дальновидному совету Мадлен де Лиль, тамплиеры, в назидание прочим, публично казнили Макандаля в 1758 году. Его жалкое подобие братства быстро развалилось. Когда его друг детства Агате сбежал в Луизиану, Батист понял бессмысленность пребывания в братстве Макандаля. Мадлен увидела потенциал Батиста и приказала тамплиерам заключить с ним сделку. Она гарантировала Батисту членство в Ордене, если тот выманит Агате и убьет его. Батист был убит ассасином Авелиной де Гранпре. Но его путь наглядно показывает превосходство идеалов тамплиеров над терроризмом ассасинов. Анимус тебя ждет. Давай поживей. Почти на месте. Помни, что твоя работа очень ценна, даже если это сложно понять. Сказал, что Вайолет не должна была ругать нас за сломанный лифт. Черт! Что опять? Опять сбой. Как и в тот раз. Шей вернулся в Нотр-Дам. Надеюсь, хоть в этот раз получится. Ага. Шей сейчас в Париже. Могу год назвать. 1776. В это время Франклин был американским послом во Франции. Дамы и господа, мистер Отсаверк, опытный убийца и историк-любитель. Ты, обезьяна, проваливай в свою дикую страну. Ouais, retourne à Boston. Филадельфия. О, да мы и шутки шутим. На помощь! На помощь! Шей, вот это да! Сколько лет прошло? О, я забываюсь. Спасибо, друг мой. Но как вы здесь оказались? Простите меня, сэр, но на разговоры нет времени. Вы в опасности. Да, я... Мне надо вернуться к семье. Oh!
Спасибо, Шей. Я на минуту. Хочу проверить, в порядке ли родные. Вам это удалось? Похоже, удача на вашей стороне. Удача — это миф, мастер Франклин. Полагаю, вы согласны? Да, да, мой добрый друг. Но без вашей помощи я бы... Словом, спасибо вам, Шей. Могу я вам чем-то помочь? Отплатить за вашу доброту? Вообще-то да. Мне нужно повидать делового партнера. Я слышал, через 2 дня он будет в Версальском дворце. А в Королевский дворец просто так не попасть. Что ж, посмотрю, что можно сделать. Это все, что мы пока можем. Мы наугад роемся в банке памяти, и поэтому система падает. И что ты предлагаешь? Если мы продолжим изучать жизнь Шея в колониях, то лучше обработаем и парижские воспоминания. Хорошо. Держи меня в курсе. Загружаю следующие воспоминания. Шей Кормак, говорят, вы новый знаток Ордена по наследию предтеч. Я не эксперт, сэр. Я лишь видел, что ассасины могут сделать с этими святынями. Я долгие годы изучал наследие предтеч. Расскажите, что видели. Я знаю, что и ассасины, и тамплиеры ищут частицы Эдема. Это мощное оружие. Яблоки, управляющие разумом, но здесь другое. Мы нашли не яблоко, а яблоню. Эти храмы держат землю, как корни. Потревожь их, и Гаити исчезнет, или... Лиссабон. Или любое другое место из манускрипта. И ассасинам совершенно нет дела до этого? Да. И если их не остановить, они продолжат уничтожать города. Ясно. По нашим данным, ассасины сейчас рядом с Луисбургом. Мы встретимся с офицером флота Джеймсом Куком. Он недавно получил назначение стратегической важности. Карта у Гиста. Хорошо. Я скоро отбуду. Полковник Монро высоко оценил вас, Шей. Он считал, вы можете стать лучшим из нас. Я надеюсь, вы не подведете. И не собираюсь, сэр. Добро пожаловать, господа. Рад встрече, капитан. Капитан Шей Кормак, а это Джеймс Кук. Рад познакомиться с вами. И я, сэр. Капитану Куку удалось раскрыть уловку противника, которая, боюсь, подтверждает наши сведения. Вы правы. В это самое время королевский флот идет к Луисбургу. Но французы замышляют нанести удар на упреждение.
если им это удастся. Разумеется, мы не можем этого допустить. Господа, битва за Луисбург может стать поворотным пунктом, который знаменует начало конца войны. Не знаю, как вы, а я сыт ей по горло. Могу я предложить уступить вам штурвал, капитан Кормак? Думаю, вам понравится управлять кораблем с серьезной огневой мощью. Полагаю, что так, капитан. Вольф, Лоуренс и Витмар ведут 3 эскадры Королевского флота. Кто командует? Сам генерал-майор Амхерст. Он вернулся из Ганновера. Интересуетесь войной, Шей? Не хотел вас разочаровать, сэр. О, господи. Брандеры, если прорвутся, то уничтожат нас. Значит, мы их остановим. Не знаком этот корабль, сэр. Это эксперт Окрэнни. Адевали. Ему повезло, что у нас другие цели. Согласен. Сначала займемся брандерами. Мортиры, Шей. Мы у них прямо по курсу! Либо сносим его, либо отворачиваем! Корабль от пушки готова! Огонь! Еще одна волна брендеров! Надежно. Возможно, будет мудрее отступить.
Мудрость не всегда к месту на войне, капитан. Еще повоюем, братцы! Заряжай! Вот и королевский флот. Мы успели как раз вовремя, капитан Кормак. Война идет к концу. Вот это было дело, а? Пока еще рано праздновать. Адевале смог уйти. Уверен, мы с ним еще встретимся, магистр Кенвей. Кого принесло? Доброго вам утра, джентльмены. И вновь наш изобретательный капитан Кук нам помог. Я нашел человека, которого вы искали. Адевале? Именно. Его видели во французском форте в двух лигах отсюда вниз по реке. Что этот подлец забыл у французов? Должно быть, чинит корабль Луисбург. Спасибо, мастер Кук. Дальше мы сами. Счастливого пути и удачи. Господа. Форт прямо по курсу. Ясно. Значит, плывем вперед. Что ж, пес тамплиеров идет за мной. Испытаю твою храбрость. Сразился со мной. Адевале хочет драться на своих условиях. Он уверен в себе. Берегись, мортир! Или назад на ногу попадем! Река становится неприятно узкой. Не волнуйтесь, Саш! Эй, вытаскивай! Озеро по курсу тупик! Адевале не выбраться оттуда! Сел на землю. Бейте туда! Заложите повреждение! Пли! Бейте! Еще выстрел и все! Пли! Приказание! Пли! Адевале у берега! Новая тактика! Он спасает команду! Нет. Хочет стоять насмерть. Не разочаруем его. Я займу высоту и отвлеку его. Найди другой путь.
there. Stop now. Stop. Let's have. I have a shot. Ready to fire. Как предатель. Прости, Адевале. И ты еще смеешь просить прощения? Твое место в аду, предатель. Я войду туда гордо, зная, что я был прав. Не имеет значения. Все, что нужно, уже у Ахиллеса. Я убью всякого, кто защищает его, если придется. Он не должен преуспеть. Ты превратился в чудовище, Шей. Может и так. Идем. Война еще не окончена, но французы утратили свой наступательный порыв. Теперь тамплиеры могут сосредоточиться на ассасинах. Сотни людей еще работают на них в Нью-Йорке. Посмотрим, какова роль Шея. Каковы наши успехи в деле предтеч? Мы готовим корабли и припасы, но это трудно, когда нет пункта назначения. Мои люди помогут. И если нужен кто-то в команду, обращайтесь. Хоуп повторит. Эксперимент магистра Франклина. Найдем еще одну святыню предтеч. Ты уверена в своих силах? Я внимательна, наставник. Устройство почти готово. Очень хорошо. Держите меня в курсе. Мы все еще должны найти Хоуп, а ей рапортуют почти все бандиты Нью-Йорка. Лучше найти великого магистра. Все хуже, чем мы думали. Ассасины узнали, как использовать шкатулку предтеч. Они уже готовят экспедицию. Значит, мы должны остановить их. У Хоуп сотни людей, а властям плевать на все. Может, нам прикинуться ее людьми? Совершим преступление так, чтобы их нельзя было больше игнорировать. Это прекрасный план, Джек. Действуйте. Я выясню, где прячутся ассасины. Мне показалось? Или он попросил наделать шуму? Наслаждайся, пока можешь. За ними, Шей. Нам нужна их одежда. Ты прав! Бежим! Торопись, болван! Или мы оба сдохнем! Yes.
Парочка заправских проходимцев, а? Нет. Мне это даже идет. Чем займемся? Жалованием солдат. Надо поспешить. Полк уже на пути к форту, где хранятся деньги. Славно. Надеюсь, у тебя есть план? Там много заключенных. Проникнем внутрь и водрузи флаг банды, а я освобожу их. Думаешь, выпустить бандитов, которые работают с ассасинами? Мы же натравим на них армию, разве нет? Просто подними флаг, и я устрою ад. Что здесь случилось? Заключенные вырвались. Им кто-то помог. Их было слишком много. Что ж, мы исправим это, не так ли? Пора избавиться от этих бандитов. Сработало, Джек. Немного удачи, и армия раздавит этих бандитов. Удача — это миф. Где твой главарь? Я не скажу. Она убьет меня! А так тебя убьет он. Она в том особняке. В том, с садом. Идем же. Не знал, что у вас есть скрытый клинок. Думал, ты один такой? Я полагал, да? И вы взяли его. Получил в дар от братства. Ясно. Наша миссия была успешной. Армия выступит в любой момент. Хорошо. Наших сил в Нью-Йорке не хватит против этих бандитов. Но если удача улыбнется нам, мы избавимся от них навсегда. Удача — это миф. А теперь обезглавим змею. Я и один справлюсь с Холл. Хорошо. Сэр, подтверждай! Женщина внутри! Славно! Пора ее выбрать. Вы слышали, капитана? Все, что нужно при нас. Итак, шевалье будет ждать меня. Прощай. Удачи вам. Ты как раз вовремя.
Жаль, что все так кончается. Ты всегда мне нравился. Выносливее, чем я ожидал. Что это? Яд. Останавливает сердце. Мне нужно двигаться. Опоздал. Как всегда, Шей. Хоп. Я не хотел этого. Я учила тебя этому. И меньшего не ожидала. Но зачем? Дать Лаему время уйти. Скоро Шевалье отправится к святыне Предтеч. Я остановлю его. Он будет ждать тебя. Жаль. Ты был так талантлив. Мастер Корм. Какая честь? Чем обязан? Остановился пополнить запасы и узнал, что здесь знаменитый капитан Кук. Есть минута? Я к вашим услугам, как всегда. Ищу человека. Капитан Луи Жозеф Готье, шевалье де Лаверендри. Мореход? Наслышан о нем и о его блистательной семье. Он мне нужен. О, кланяйтесь ему. Или... нет. Он ведь недавно ушел в плавание на восток к Антикости. Ясно. Будьте осторожны. Я там уже бывал. Что ж, тогда желаю вам удачи. Если понадоблюсь, знайте, что я иду к берегам Ньюфаундленда. Благодарю вас. Мастер Кормак. Не ожидал увидеть вас так скоро. Я нашел планы де Лаверендри. Но он использовал шифр, мне не разобраться. Может, у вас получится. Занятно. Это очень старый шифр. Только один раз я видел его. Позвольте изображу. Может, покажете лично? Поможете мне в поисках? Раз дело срочное. Хорошо. Отправимся в путь вместе. Я полагаю, вы знакомы с нашим другом Делеверендри?
Да, к сожалению. Мне не следовало бы доверять друзьям, связанным с таким подлецом. Бог, что он сделал для такой враждебности? Я знаю его лишь как члена семьи и следователя, раздвинувший границы известного мира. Я мало общался с ним, но мне кажется, он вспыльчивый человек. Вежливый способ сказать, что он вздорный выродок. Слышал это? Бушки. Глубоко в тумане. Это Делла Верендри? Возможно. Экспедиция секретна. Они вряд ли стремятся оставить свидетелей. Руки за леденями. Впереди, Кэп! Убавить ли себя! Там корабль! Владение, капитан! Нашли! Лишь бы не слишком поздно. Потому что мы сильно отстаем от них. Но нагоняем. Морриган не подведет. Он не задержит нас надолго и, возможно, скроет от врага. Бросать! Нас атакуют! Держать курс! Где они? Где-то в радиусе стрельбы! Сэр, впереди! Отдать гроты! По ветру! Паруса отдать! Круче к ветру! Отдать Марселяевым, Брамселяп! Это Кречет. Следите. Надоел до смерти. Деля Верендри, должно быть, остался нас задержать. Добровольцем, не со мной. Блин! На
продвигаться! Спустить брамселя и бомбрамселя! Брамселя убрать! Можно идти на абордаж! Терял времени, да. Теперь я буду бить без промаха. А ты размяк. Это все, что могут тамплиеры. Ну, огородник. Все еще веришь в правду тамплиеров? Сильнее, чем прежде. Что за черт? Ахиллес с Илаем отправились на север! Хоу была права. Я сумел отвлечь внимание. Спасибо вам, капитан Кук. Рад был помочь, капитан Кормак. Плавать с вами всегда весьма... познавать. Да, беда идет за нами по пятам. Скажите, вы состоите в какой-то организации? Совет Адмиралтейства? Выполняете личные приказы Его Величества, ведь так? Об этом не принято говорить вслух. Это вам пригодится. Дела в Эрендри они уже не нужны. Мы разыщем вас, если вновь соберемся в плавание, капитан. Благодарю вас. Великий магистр? Делаверендри мертв. Координаты у меня. Я знаю, куда направляются ассасины. Что ж, поспешим. Думаешь, они нашли еще одну святыню Притечь? Мир пока не рухнул. Если и нашли, то еще не трогали. Как благородно. Время еще есть. Мастер Гист, ждите. Я пойду с Шеем. Сэр, при всем уважении, вы уверены? Как великий магистр Ордена, я должен довести это дело до конца. И увидеть, как падет братство Ахиллеса.
Если ассасины вызовут землетрясение, жертв хотя бы будет немного. Я в любом случае не позволю вашим бывшим союзникам уничтожить святыню. Было бы красиво, не будь так чертовски холодно. Осторожнее. Кое-где лед совсем тонкий. Ахиллес привел немало людей. Не думаю, что он полагает, будто все выживут. Это жестоко. Но их все равно больше. Будем держаться тихо и не станем лезть в драку. Ассасины вряд ли тебя узнают. Пойдем, нанесем им визит. You there! Stop now! Resistance is not to your best interest! Desist! Иди, Шейк! Я найду другой путь! Яблоко? Нет, ничего не трогай. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Наконец-то ты понял! Ахиллес, это не оружие предтечи, а средство сохранить мир! Всех этих бедствий могло и не быть. Послушай ты меня тогда. Ты все такой же дерзкий. Да, это наша заслуга. Все же, Шей. Ты предал братство.
Ахиллеса и меня. Что я слышу от стрелявшего мне в спину? В поместье? То был шевалье. Он мне не ровня. Лаю мне! Сколько раз повторять, Лайм? Удача — это миф. Ты предал ассасинов. Затем всех, кого знал. Перешел в лагерь врага. Зачем? Возможно, так и есть. Чтобы спасти мир. Надеюсь, оно того стоило. Почему? Ахиллес теперь не опасен. Наставник, без учеников. Какой мир мы хотим построить, если сами не милостивы? К тому же, теперь он понимает, насколько опасны эти святыни. Без него ассасины могут продолжить поиски. Убедительно. Не забывай, что здесь случилось. Не забуду. А вот мир забудет. И что будет дальше? Мастер Гист будет отвечать за поиски оставшихся ассасинов. Мастер Уикс и остальные помогут ему. Ахиллес потерял все. Он не покинет поместье. Да. Шей, поиск святынь Предтечь подошел к концу. Но мне нужна шкатулка. Найди ее ради Ордена и ради меня. Она может оказаться где угодно. На поиски уйдут годы. Может и вся твоя жизнь. Ты готов к этому? Я рад. Ха, невероятно! Кто бы мог подумать, что Шей так силен? Теперь у меня есть все, чтобы выполнить нашу задачу.
Финал, болванчик. Ты должен загрузить память Шея. Но не в Хеликс. Я хочу, чтобы кое-кто увидел, что мы тут нашли. Я просто сказал, что Вайолет не должна была ругать нас за сломанный лифт. Да, она тебя до слез довела. Она умеет напечь. Не хочу больше. В качестве награды за твои услуги я даю тебе третий уровень доступа. Отныне для тебя открыты все двери. Давным-давно благородной целью ассасинов был мир. Но с веками эта цель превратилась в более опасную. Свободу. Дьявол! Вот, следуй за этими огнями! Обещаю, пойдешь на свет, не умрешь. Разве я тебя подводила? Иди за огнями! Скорее, болванчик! Все зависит от тебя! Коммуникатор должен заработать. Братство ассасинов еще существует. И по-прежнему преследует свою глупую цель. Я Темплиер. Я защищаю мир от ассасинов. Сегодня ты помог мне в этом. Пожалуйста, восстанови сервера. Отца Берг, звезда тренировочной программы «Анимус». Давай покажи, на что способен ты, выскочка. Как скажете, мастер Кросс. Похоже, я уже чему-то научился. Вы согласны? Ха-ха-ха-ха! Что смешного? Я ошибался. Ты не выскочка. Ты просто полный идиот. Да ну. Твое тело и разум, они больше не твои, понял? Остались только голоса. У меня нет побочных эффектов. Моя работа в Анимусе была тщательно... Нет, нет, нет! Мои голоса призраки, они мертвы. Поэтому лишь повторяют одно и то же, одно и то же, одно и то же! А вот твои никогда не умрут. И теперь ты принадлежишь им. Я лишь смиренный слуга Ордена. Ты вообще больше не человек. Ты инструмент. Оружие. Игрушка. Мы закончили. Их новый мировой порядок не оставит места таким, как мы! Все мои ожидания. Загрузи память Шея в сеть ассасинов через этот терминал. Загружай данные, скорее! В наши дни ассасины слабы. Рано или поздно я поймаю всех до единого и убью. Но просто смерть — это слишком легко. В Португалии было то же, что на Гаити. Землетрясение.
Проклятый манускрипт! Погибли тысячи! Выведи его! Я хочу, чтобы они осознали, насколько слабы. Я хочу, чтобы все увидели их страдания. И в тот день, когда мы встретимся, они будут умолять меня о смерти. Шей был прав. Что он знает? Очевидно, больше, чем я. Мой план работает. Для тебя у меня больше нет заданий. Однако, история Шеи не окончена. Я прошу тебя досмотреть ее до конца. Я под впечатлением, болванчик. Ты нам очень помог. И да, я тоже тамплиер. Уже много лет. Один кусок памяти Шеи остался непросмотренным. Думаю, тебе стоит его увидеть. Резиденция Людовика XVI и Марии Антуанетты. Какой декаданс. Удачи, болванчик. О, Шей, вы явно готовы к аудиенции. Возможно, вас примет и сам король Людовик. Сомневаюсь, что меня впустят в покои короля, но я здесь только чтобы повидать делового партнера. Да, я слышал, что сегодня тут будут торговцы. Может, они придут на мою научную демонстрацию? Они могли бы что-то для себя подчеркнуть, хотя рассчитывать на них я бы не стал. Я ухожу. Спасибо вам, мастер Франклин. Теперь найти Шарля и чертову шкатулку. Это он, Шарль Дориан.
Видел, какие у них были глупые лица? Я Арно. Элиза, я пришел сюда с отцом. Я тоже. У него важное дело к королю. А что делать теперь? Если надо, я отдам за этот артефакт жизнь. Арно, где ты? Мой сын Арно, вы его не видели? Ты предатель. Я лишь завершаю то, что начал. Но старый Коннор и его ассасины... Революция в Америке спутала вам карты. Быть может, нам просто стоит начать свою революцию. Стоять за принципы нашего ордена и все, что нам дорого. Не раскрывать наши секреты и суть нашей работы. До самой смерти. Любой ценой. Вот моя новая кредо. Я Шей Патрик Кормак, тамплиер колониальной американской ложи. Я стал старше и, возможно, мудрее. Война и революция закончились. Но новое уже близко. Да направит нас Отец понимания. Для меня большая честь приветствовать тебя здесь сегодня. Да уж, болванчик, ты доказал нам, что ты не просто подопытный кролик. Данные, которые ты извлек из памяти Шея Кормака, нам очень помогли. Его история — это послание. Мы поняли, что при малейшей угрозе ассасины на самом деле хотят не свободы, а порядка. А наш орден представляет высший порядок. Что бы ты ни узнал, находясь в Анимусе, это лишь верхушка айсберга. Мы существовали до того, как люди стали записывать свою историю. И недавно возродились вновь под маской Abstergo Industries. И Entertainment. Ты пересек порог. И твои глаза открылись. Ты увидел мир таким, какой он есть. Все, пути назад нет. Тебя столько всего ждет. Отец понимания привел тебя к нам. И за это мы благодарны. Твое настоящее испытание начинается. И тебе надо сделать выбор. Будь с нами, и тебе откроется невероятное будущее. Откажись